высоким длинным стихотворением. Ловлю момент, это называется. Готовиться, собираться, обсуждать что-то, менять или придумывать. Но все, фестиваль уже вовсю идет и даже подходит к своему закату, да, близится. И, конечно, самое важное, что мы его ждем, потому что у нас есть замечательный большой друг, талантливый, необыкновенно талантливый, человек, который придумал и организовал этот фестиваль. Почетный житель города Петергофа среди музыкантов после Стравинского, да, Рубинштейн, Антон Григорьевич, конечно. Просто все смешалось в моей голове, да, и Стравинский, и Рубинштейн, и Сергей Осколков. И, конечно, заслуженный деятель искусств России Сергей Александрович Осколков. Но самое главное и важное, что он так. Конечно, по традиции мы сегодня открываем эту замечательную выставку друзей Сергея Александровича, художников и наших друзей, естественно. Сегодня у нас будет, конечно, звучать музыка, но одно из главных и центральных событий – это будут поэтические чтения, потому что 6 июня мы отметили
день Александра Сергеевича Пушкина, день рождения его. И все сказала, уже мне говорить нечего. Я тоже готовился. Когда сейчас я стихи почитаю, это сыграет. Может быть, на следующем году обещаю. Дорогие друзья, поэтому очень радостно и приветствовать. И, конечно, Сергей Александрович, от имени коллектива нашей централизованной библиотечной системы Петродворцового района и от Татьяны Николаевны Жуковой, ее директора, мы вас приветствуем и даем вам, конечно, слово. Слово. Скажите хорошо. Нам. Да. Да. Во-первых, Анна Петровна, подожди, не уходи. Значит, как многолетний организатор и помощник, и сочувствующий, и вообще участвующий во всех смыслах человек, Анна Петровна Иванова, мы хотим ей учить от фонда поддержки искусств Сергея Сколков, и его друзья повесить на стеночку. Неожиданно, да? Неожиданно. За многолетний вклад в организацию проведения международного фестиваля искусств Сергея Сколков и его друзья и пропаганду лучших традиций русской культуры. Спасибо. Вот так. Это правда. Делать такие это приятные сюрпризы. Алина, да, подскажет. Так, потому ребята, это вам. А это нам. Я должен сказать, что это 26-й международный фестиваль искусств. Он действительно международный, потому что за эти 25 лет, прошедших с рождения фестиваля, вот до сегодняшнего дня в нем приняли участие артисты, музыканты, художники из 20 стран мира. Вот. Из дружественных и из недружественных стран. В этом году принимали участие пианистка из Японии, с одной стороны подруга нашей страны, вот, а с другой стороны американских три композитора из Нью-Йорка. У них там композиторский круг, который исполняет наши произведения в Нью-Йорке, а мы исполняем их произведения здесь. Вот. Большая благодарность этому замечательному заведению, библиотеке имени Гейченко и руководителям и сотрудникам. Я смотрю, у нас поэты в прошлый раз почему-то было немного людей. То есть были поэты и были, собственно, да, и все. Сегодня, да. Да. И они говорят, а где же люди, чтобы слушать наши замечательные стихи выдающиеся? И вот сегодня все состоялось. Вообще должен сказать, что фестиваль обладает удивительным свойством. Вот у нас открытие фестиваля было в Белом зале Большого Петергофского дворца. Там где-то около 300 мест. Вот был точное количество мест. Аншлаг, аншлаг. Аншлаг был. Ну, Слава Ильинична, летописец да, фестиваля, все она все снимает и все тут же немедленно выкладывает в интернет. Поэтому, это очень вот, приятно. Завтра, я надеюсь, в культурном центре «Каскад», там где-то около 600 мест или 600, я надеюсь, что тоже зал будет заполнен. Два мероприятия прошли в галерее «Авангарда Докарт». Там совсем немного людей, там тоже выставка, которая называется «Отзвуки театра» по 200-летию Островского драматурга. Тоже было столько, сколько надо людей. Потом был долгожданный такой вечер в Доме композиторов Петербурга. Дом композиторов, который как бы по традиции уже 70 лет мы называем, что это Дом композиторов Петербурга, Ленинграда сначала. Вот сейчас мы с большим трудом организовали этот концерт, потому что две недели переписки с Министерством культуры Российской Федерации доблестной, вот, и нам разрешили войти в наш зал и сделать концерт. 20 композиторов, включая трех нью-йоркских наших друзей, композиторы из Москвы и из Брянска, написали специально для этого фестиваля свои сочинения, посвященные Дню театра, нет, не Дню театра, ну, в общем, театральным дням, и называется тоже «Отзвуки театра». Так, и сегодня, смотрите, у нас аншлаг, у нас много сочувствующих и сопереживающих. Вот теперь Анна Петровна, давайте, здравствуйте, Наталья. Очень приятно. Наташа пришла. Угу. Давайте выставку откроем, мы дадим слово художникам. Да, абсолютно. Давайте. По традиции выставку мы не меняем своих традиций, она называется «Июньский вернисаж». И, конечно, открывает лето, яркое, творческое, да? Однажды мы назвали... Выставка «Июньский вернисаж». Да. Ну, мы с вами придумали. А, мы с вами, да. Однажды выставка была еще в малом выставочном зале музея-заповедника Ораниенбаум, когда он еще был отдельно от Петергофа, и выставка называлась «Ню в июне». Она привлекла большое внимание любителей «Ню». Вот. И один адмирал, был такой, есть художник, слава богу, он вернулся из Канады, Олег Куликов,
который написал такую картину «Круглый столик». Вот на нем блюдо, и на блюде груша. Вот. А рядом со столиком, спиной к зрителям, стоит девушка обнаженная. Вот. И фигура повторяет очертания груши. Вот. И вот этот адмирал приходил каждый день, пока была выставка, и с замиранием сердца смотрел на эту картину, на эти груши две. Так что, но у нас потом стали скромнее, и была пушкинская выставка к 200-летию Пушкина. А теперь просто июньский вернисаж. И каждый, как однажды написал один корреспондент в газете, о том, что вот Осколков собирает своих друзей, и каждый что хочет, то делает. Кто танцует, кто поет, кто, значит, читает стихи. Кто фильмы показывает. Но в итоге все складывается. Пожалуйста, художник. Участвует 25 человек. Это, конечно, для нашего зала очень-очень много. Как вы понимаете, нам пришлось задействовать витрины. И очень хорошо, что они у нас есть теперь в зале. И в основном все художники, это, конечно, друзья Сергея Александровича и наши друзья. Очень много было персональных выставок этих художников за уже прошедших тут 26 лет. И мы каждого практически знаем, но вот, пожалуй, только Татьяну Стрижбецкую мы не знаем. Может быть, она сегодня в зале присутствует. Давайте поприветствуем нового участника. Татьяна, надеюсь, будем дружить. И, конечно, как всегда, это была очень простая работа для Виталия Михайловича Левченко, потому что очень разные художники, работающие в разных стилях, в разных форматах, в разных жанрах, техниках. И вот что из этого, да, получилось. И даже несмотря, что вернисаж называется июньский, есть осенние мотивы, есть весенние мотивы, и даже зимние. Поэтому в основном, конечно, участвуют художники, жители Петродворцового района Санкт-Петербурга. И здесь, конечно, откликнулось наше творческое объединение художников «Колорит». Я хочу пригласить, да, Александра Александровича Шаурова, нынешнего руководителя творческого объединения «Колорит», который очень много тоже помог и позвал людей участвовать в выставке. Ну и, конечно, очень много замечательных потом, скажем, и петербургских художников. Добрый день, все собравшиеся, я поздравляю нас с этим открытием фестиваля. Мы уже традиционно наш «Колорит» и другие, не участвующие в «Колорите», потому как мы вроде как не закрытое общество, но не все, то есть есть люди, которые творят, то есть самостоятельно, ну, сотрудничают с нами всегда. Вот. Хочу сказать одно, что каждый раз фестиваль приобретает новых друзей. И поэтому Анне придется, наверное, скоро сделать здесь флигелек. Да, еще. Анне сделать. Анне сделать с выставочным залом флигелек. А я согласна. Вот, молодец. Будем работать. Да. А вот вы объединитесь с каскадом, и от каскада до библиотеки, галерею, и мы все вместе, и будет это культурный центр Петербурга. И его окрестностей. То есть Петергоф и окрестности Петербурга. Петергофа. Петергоф. Мы это Петергоф, а да, там окрестности. Да, там окрестности. Поэтому я поздравляю всех, желаю насладиться тем, что на стенах висит, и тем, что мы услышим здесь. Спасибо. Всем спасибо. Да, ну, конечно, петербургские художники тоже участвовали. Наталья Герман, Дмитрий Вашенцев, Юлия Романович. Я благодарна, что они, несмотря на отдаленность нас от центра Петербурга, все-таки привезли работу. И это, конечно, Сергей Александрович, ну это очень музыкально, правда? То, что мы сегодня представляем, это музыкально. И даже, мне кажется, вот эти вот замечательные духовой оркестр, который в парке Петергофа, работа Сергея Ивановича Сергеева, который с нами сегодня, она может быть таким неким олицетворением. Здесь все, и музыка, и Петергоф, и живопись сложилась вот такой одной работе. Вот она вполне возможно станет заставкой нашего сегодняшнего вечера, нашей выставки. Хочу сказать, что выставка продлится месяц, и поэтому приглашаем вас, ваших друзей, родных, свободное и удобное для вас время посетить эту выставку. И если у художников есть все-таки желание, еще раз призываю, встретиться и отдельно поговорить с людьми, пожалуйста, наши двери библиотеки открыты, и мы большим удовольствием сделаем еще отдельное какое-то хорошее
мероприятие. Только скажите, когда... 25 июня, в воскресенье, мы встречаемся на пикнику. Может, да. Предварительно... У нас в море, да. Да, у нас замечательное море, Финский залив, и там всегда очень хорошо. Некоторые знают, а некоторые присоединятся. Обычно к нам присоединяются и уже не отсоединяются. Только, к сожалению, некоторые уходят в другие сферы. Вот в связи с этим, простите, у нас, видите, так, да, я хочу вспомнить замечательного поэта Евгения Мякишева, который взял и ушел, 31 мая его не стало, да, там, с небес, да, нас смотрит. Вот, Сергей Александрович, а сколько ему лет? 59. Вот, ну и много друзей. Позавчера у нас был вечер, позавчера, да? Да, в галерее Докар, посвященной памяти Марка Ефимовича Белодубровского. Да, я думаю, что Марк многие... Ефимович в этих стенах был в нашем бедном. Да, неоднократно он играл здесь. Это, в общем, выдающийся, можно сказать, великий музыкант, который очень скромно прожил свою жизнь, но оставил абсолютно неизгладимый след о себе и своим творчеством, и своими 30 фестивалями в городе Брянске, и фестивали современного искусства имени Николая Рословца и Наума Габо. Это художники... композиторы-художники, которые работали в начале 20 века. Вот, так что эта грань, я каждый раз повторяю, что грань между теми, вот мы здесь, а они с нами. Вот, они далеко не уходят. Эта грань все более и более призрачная становится в нашей жизни, особенно нынешней. Все это очень и очень. Да. Так, я грусть навел, тоску. Ну, вот можно, да, тогда чуть-чуть продолжить вашу ноту. Вот эта выставка, которая в рамках фестиваля, она плавно привлечет еще в одну удивительную выставку. Она будет посвящена столетию со дня рождения петербургского художника Сергея Спицына. Сергей Николаевич был учеником Стерлигова. И все так опять складывается. Вот замечательно. Ну, в этом году бы исполнилось 100 лет, но это еще и День Петергофа в июле. Эта выставка будет. И я благодарю Светлану и Николаю Крылханову, которые тоже согласились немножко поучаствовать. Сергей Александрович, мы думаем, что, может быть, вы тоже украсите каким-то музыкальным номером наш вечер в памяти Сергея Николаевича. Ну, я думаю, так. Ну, хорошо. Да, спасибо. Давайте сейчас я тогда маленькую музыкальную заставку сделаю, как бы, чтобы... Как-то, да. Предоставим слово. Я потом... Сергей Александрович. Мало меня очень радует это название, понимаете, Осколков и его друзья, потому что вот это вот слово такое доброе, его друзья, оно как-то объединяет и дает такую замечательную нотку. Нет ничего официального, хотя есть там вот эти цифры, там 25, сейчас 26, которые немножко, но с другой стороны тоже радует, что это такая стабильность, и уже много раз
Сергей Александрович говорил, что пора заканчивать с этим фестивалем. Может, устает? С первого фестиваля уже хочется закончить. И при этом вот как-то не заканчивает, и не заканчивает, и дай бог ему сил. Вот, потому что на самом деле это... Извини, Паша, завтра будет дирижировать оркестром Владимир Фонин, заслуженный артист России, мой старинный друг. Вот, и я говорю, Вовка, наверное, надо уже заканчивать. Он говорит, это не твое дело. Господь Бог решит, когда тебе надо закончить. Так что... Ну вот все, тут мудрая мысль. Аргументов никаких нет. Не надо уговаривать уже. Вот. И на самом деле это вот радует, потому что такая добрая, душевная, сердечная нотка всегда присутствует в этом фестивале. И все благодаря человеку, который это придумал и тащит на себе. Ну, не знаю. Даже... Вот здесь много помощников. Ну, слава. Так есть же друзья. Да. Поэтому все правильно, все. И поэтому я рад, повторюсь, принимать участие и как с поэтической стороны, так и с изобразительной. И рад, что здесь тоже есть люди, которые соединяют в себе и поэта, романтика какого-то, и в то же время того человека, который еще фиксирует эту действительность первым кистью. Вот. И здесь я их вижу, несколько человек, и сейчас мы их услышим. Значит, я хочу буквально два слова сказать. Сегодня утром мы гуляли по другому берегу Финского залива, в Зеленогорске. Я позвонил Борису Григорину, который обычно занимает это место. И мы договорились, что мы по дороге, как обычно, его заберем. И когда мы уже подъезжали к Ломоносову, только раздался звонок, и он сказал, что у меня высокое давление, я не смогу приехать, поэтому простите меня, если я не очень качественно смогу его заменить. Но при этом мы с ним согласовали человек, который первый в списке, я бы хотел, чтобы он первым выступил, Сергей Адамский, замечательный поэт, великолепный художник, специалист. Он сам в двух словах о себе расскажет, но я могу сказать, что для начала, для открытия поэтической составляющей сегодняшнего дня лучше, наверное, было бы трудно придумать. Прошу вас. А знаете, какой у него фраза есть? Талантомер. Талантомер, да, совершенно верно слово. Вот, да. Еще спасибо, я Борис, слышал, Борис, что он ведет интеллектуальный клуб. Герценовском университете, да, есть студия интеллектуального творчества, есть Герценовская поэтическая гостиная, которая существует шестой год, и много чего мы там делали, особенно до коронавируса. Потом коронавирус там несколько подпортил процесс, но мы все восстановим, я надеюсь. Я вам почитаю несколько текстов, которые помню. Наизусть, тем более, что у нас 5 минут. 5 минут, да, я забыл сказать. Реакция, который должен был сверкать. Алексей Филимонов не подъедет. Илона Якимова не приедет. И Олег Левитан с Лилией, да, тоже. Так что тогда я прочитаю, что можно пошить. Основную программу, пошить, а вы скажете, да, остановиться или можно еще? Да, дайте мне знать. Так, да, была весна, всюду была грязь, проходя мимо памятника Пушкину, я подумал, и появился такой текст. По-детски ужасаясь миру, и не по-детски матерясь, поэт по грязи тащит лиру, как будто вспахивает грязь. Вокруг машины, люди, лужи, и только грязь на всех одна. Поэт здесь, в общем-то, не нужен, и лира как бы не нужна. Грязь точно не заколосится, уймись, поэт, ступай назад, соври, что втюрился в синицу, соври, что зелен виноград. Зачем, как ломовая лошадь, ты перетаптываешь грязь? Зачем расчерчиваешь площадь, где лир не знали отродясь, где, не поняв эксперимента, но дух дерзания любя, следит Сергеич с постамента за новой версией себя. Берег, берегу волк, а мосты приглашают наверх. В середине моста наивысшая степень свободы. Самый серый из дней
петербуржец приходит к Неве. Это древний инстинкт, заключенный в культурные коды. Самый серый из дней все решает глоток синевы. Равнодушный гранит, невозможно вцепиться корнями. Уходя, петербуржец становится каплей Невы, не желая сливаться с толпой в мировом океане. Это я переходил через Литейный мост, как-то остановился в середине, глядел на серое небо и черную Неву, вот такая вещица родилась. А еще есть текст, который возник, когда я уходил из центра города по Литейному мосту, называется он «Центробежник». Я ничего не наверстаю, ты, разумеется, права. Я переписку пролистаю, ища хорошие слова. И как дурак пойду по лужам и перейду Литейный мост. Я центру города не нужен, я не играю в личный рост. Сбегу от высших откровений туда, где истина проста, где нет решительных мгновений, есть только общие места. Я ускользну от самой сути, ведь в самой сути столько жути, что волчьей музыкой слова становятся, сбиваясь в стаю. Я ничего не наверстаю, ты, разумеется, права. Еще одну лирическую вещицу. За окном монотонный прибой приглушает последние стоны. Эта женщина пахнет тобой, для тебя и взлетает, и тонет. Для тебя подбирает слова, выбирает вкусняшки на ужин. Ты ее изваял, основал, ты ей нужен, пока еще нужен. Дни бегут в попыхах, в разнобой, поминая ночную истому. Эта женщина пахнет тобой, даже если выходит из дома, даже если уходит совсем, не надеясь на новую встречу, втихаря поутру по весне или осенью с шумом под вечер. Ваши чувства играют отбой, все былое линяет и стынет, но та женщина пахнет тобой, даже если ложится с другими, даже если ласкает других в лихорадочных всхлипах прибоя. Эта женщина — призрачный миф, предзакатная тень на обоях. Ну и последний из того, что я планировал прочесть, завершая тоже Александром Сергеевичем. Хорошо, да, по времени? Ну, хорошо. Вот, я как-то задумался, как бы могла сложиться судьба Александра Сергеевича, если бы он чудом выжил после дуэли. Возникла такая вещица. Так получилось, выжил, чудом выжил. Остался шрам, но это пустяки. Жена была по-прежнему повыше, а он играл по-прежнему в стихи и изменял стихам с дородной прозой. Короче, суета и благодать. Он взял все то, чем можно обладать по жизни оптом и шипы, и роз, где вопреки, а где благодаря, но дотерпел до нового царя. Однажды летом, близко к юбилею, читая внучке новые стихи, он проронил: ты знаешь, я жалею о давней перестрелке у реки, пеняет мне отметина на теле за то, что я по случаю живой. За бабушкины слезы у постели, когда врачи качали головой. За милость Николая Самодержца, за ветреный арабский непокой. За то, как друг Жуковский это сердце ощупывал дрожащей рукой. За каждое несдержанное слово, за красные скрижали на снегу. Но если бы я мог стреляться снова, я целился бы в голову. Спасибо.
Круг ваших друзей вошел, потому что он не только замечательный поэт, повторюсь, но еще прекрасный художник. Так я тоже хочу, если он захочет. Я думаю, что он великолепный художник, не менее великолепный поэт. При этом, извините, что добавлю, потому что этот человек, который рисует, вообще очень замечательно пишет. И по той как бы манере, спумантой, которая уже почти, ну, никто не пишет, а это еще вот эпоха Возрождения. То есть это вот надо понимать, какое мастерство. Мало этого, он ведет поэтический клуб XXL. Нет, просто XXL. XXL, ну, извини, верим в тебя, надо уже развиваться. Вот, так что... Ну, и книги по изобразительному искусству меня тоже очень радуют, потому что они, вот, например, для меня освежили во многом взгляд на изобразительное искусство и на рынок. Что... Не знаю, что касается замечательных поэтов и художников, это всегда звучит как-то вот для меня, для моего уха, некомплиментарно. Знаете, как в институте говорят, замечательная там спортсменка, комсомолка и так далее, она и в баскетбол, и в волейбол, и на лыжах. То есть на самом деле это означает, что... Вот. Да, но чтобы не быть голословным, у меня в руках желтый пакет, это я взял не для того, чтобы обращать на себя внимание. Просто недавно, относительно недавно был юбилей у Сергея Александровича, который там похож с некоторых пор. Я поздравлял устно, вернее письменно, уж не знаю, доходила ли мне эта депеша. А сейчас хочу поздравить как бы непосредственно и всучить в некотором смысле сертификат. Тут написано Евгений Антипов, художник, художник. Что это, чтобы не было сомнений. То есть... Да, да, вот, вот. Спасибо, да, большое. Да, все. Удачи. У меня книжечка, но она может мне пригодиться вот в ближайшие минуты, потому что я всегда удивлялся, как музыканты, ну ладно, умеют играть, это и медведь умеет на велосипеде, но как они все помнят? Я стихов своих не помню. Но стихи-то все-таки слова, они там привязаны к смыслу, а тут-то одни клавиши, причем одинаковые все. Ну, одни белые, одни черные, но нет, как ты играешь? Они еще на педальки нажимают, Женя. А к тому же педали. Ну, это я знаю, для чего опять педали существуют. Это как раз меня не удивишь. Да, значит, поскольку для меня память, я знаю более 1000 дат исторических, и максимум, что я могу вспомнить из своих стихов, я это прочту. Их будет немного, дай бог, если будет 3, может быть, 4. Вот такое свойство памяти. Удивительное. Так, сейчас надо найти. Хорошо, попробую все-таки по памяти. Вот. Если не получится, я заплачу и уйду. И больше не буду. И буду рисовать. Да будет солнце трижды таким, как все хотят. А мы стоим и дышим в предчувствии дождя. Пусть все к чертям потонет под ревом дружных струй. И мы, подняв ладони дождю, как божеству, твердим свою тираду. Мол, струны струй, настрой, приди, мол, и порадуй. Парадом свежих стров, простым телячьим приступом, изысканным литьем. Мы спрашиваем пристально, когда же дождь придет, пройдет, и мы, пираты, как в юные года, когда нас дождь порадует, действительно, когда. Мы ждем смиренно, ежели в лиловых небесах электрогромовержец иероглиф написал, чтоб дождь над Петроградом прошел и город смыт. Когда нас дождь порадует, порадуемся мы. Он рвет подметки на лету, поскольку он подлец. Так в среду, не в свою среду, в богемную пролез. Теперь вокруг него семья,
они к нему Витек. Нет, так вести себя нельзя, как он себя ведет. Он говорит про ход планет, бутыль за горло взяв, и пьет, как прежде, но уж не оправдываяся. А выпив, он идет в разнос. Подлец из подлецов взял гражданину и нанес побои на лицо. Он женщин пальцами хватал, чуть мелко вот задел, сел просто так и хохотал, но с вызовом. Затем болтался, как дамокл, зря клеветал на мать, а ночью, чуть придя домой, он начал громко спать. Он творческих не знает мук, стихов ажиотаж, что Бах ему, и что ему опять же Эрмитаж. Он и не хочет быть творцом, он спит, поевший щей. Но что он скажет пред лицом своих товарищей? И по просьбе Бориса, я в глазах прочел эту просьбу, по пьянству, стихотворение пьянства. Жил-был Билл. Все совпадения случайны. Жил-был Билл, не чтил Биль. Бич он был, ел, спал, пил. Бил и хам был, и хил, ибо в хлам пил-то бил. Не крофил ли дебил, не любил Билбо бил. Гимн не пел, фейс не брил, а тупил, паску был. Охрапел буйный бык, побледнел и убил. Кровью литр окропил лук и лик бедный бил. Баксов бак бы скопил, да кабак все сгубил. Был как бэби бы бил, как бы бил бы не пил. Спасибо. Вообще, да, вместе с этим жестким. А вместе с пакетом? Конечно. Теперь я буду перебегать. Вот, вот. Ну, это преференции теперь на твоей стороне. Вот туда чего ты пакетик. Он мне только достался. Ну, ничего. Спасибо. Ну, и участникам нашей поэтической программы хотелось бы увидеть Владимира Бауэра, который скромно стоит в дверях. И... мы будем рады его видеть на этом месте. Да. С каждым годом все больше и больше людей. Это удивительно. А сколько ему? 5 минут. Мистрим бабло приносит, айда в него нырять. Душа пожилы просит, на все готово глядь. Лолитки и мальвинки, и артемоны их, находки для новинки, и спакли, и шутих. Сварганить бы безделку, доступную, как вдох, вздыханку и сопелку, торчалку, вензиверку, и чтобы мозг не сох. Так умопомрачений не в силах укротить, писал голодный гений, сменив гламур и суть, подружки грантососки на радости пират. А сочные березки прощали философски. Кора мой друг, кора. Может, все в конце уже, то мы хлопаем, чтобы время сэкономить. Экономный-то наш. Да. А вы погромче чуть-чуть читайте. Да, хорошо. Я девочка, и это так нелепо, босому сердцу бережно в груди хоть, дано моей души кусочку неба, чужую похоть принимать за прихоть. Неколебима сущность, не валяшки, ничей зрачок еще не затуманен татуировкой нежной левой ляжки, где шило жало вжаривает каин. Лелеет ужас хтонь в моем алькове. Я девочка, и это так неловко. Пора, видать, мечтам о змеелове отдаться, чья безжалостна сноровка. За хрип во мху, за слезы белых лилий я отомщу, пускай заплачет верба, с нуаром мессы славит без усилий глубокий голос, нерешенный тембром. Так слышно?
Прекрасно. Вот недавно Пушкин был день его рождения очередное. Вот смотрите, такой стишок. Я вас, дебил, любил, дебил и сейчас, возможно, но не влюбленный в вас уже. И как-то стало жить свежо, и солнцу улыбаться можно. Мечтой обманываться рад, судьбы рассеивая семя, лежу, что твой дегенерат, среди, почесывая темя, распахнутых упанишат, небесных мантр ловя струи, ликую с девочкой с корзинкой. В безумии земной любви ума хватило шпилица с резинкой. Свадьба. Как будто рассыпалась роза, как будто сгорела свеча, как будто ушел от невроза под медленным взглядом врача. Пенатов увидеть не чая, юннатов уже не страшась, едва меж собой замечая и явью неявную связь. Но дабы ни лучник, ни мечник тревогой моей не владел, одним в незнакомый скворечник шальным крыломахом влетел. Ну, думаю, последний текст. На зрителей, укрытых в чреслах кресел, взирает провиденциальный зрак. Ему спектакль давно не интересен, а также вихри яростных в атак. Но эти, вроде верящие в нечто, пришедшие погреться у огня, занозящего ночь, спешат беспечно в святой буфет. Ах, бормоча, фигня! Ах, жалуясь, и тут вторая свежесть, не чувствуя еще улыбки над того, кто к ним, испытывая нежность, убрал к чертям сошествие. Вот. Спасибо. Спасибо, прийти сюда сейчас Наталью Носию. Володя, а ты скажи, пожалуйста, а вот Юлия Видима, чтобы приготовилась выступать после Наташи Носии. Кружит земля, и плотность воздуха уже здесь такова, руками можно трогать, перебирать, как четки, прошедшие века. Закат пролил виноцветенье в море, войдя в калейдоскоп веков. На берегу бык с чашкой кофе в красной тоге, грудь розовела белых облаков. Прошло стадо свиней вдали, еще срывала Магдалина с ложа желтые цветы. К замку, к сюжетам этим ключ подобран ли? И слизывала пена моря миражи. Следующее. Уже включают свет, присутствую на казни собственной, держа тобою присланный билет. Поверь, его читаю равнодушно. Ты шепчешь: уходи, уйди, уйди, но нет. Останусь до конца, тебе ответ. В том приглашении не сказано, не поняла. Мне стало душно. Топор у палача или петля? Второе. Я видела деревья, небо, все проплывало, плыло. И вопрос, я слышала вопрос. Без слов он зависал, висел над жизнью, жизнями моими. И тоже плыл, и у меня ответа не было, но в нем в вопросе боли столько, невозможности и нежности в меня входило, и во мне звучало. Ну, еще последнее, наверное, да? Не понимаю, явь то или сон, роняя карты в снег, за мною вяжется цыганка. В казенный я влетаю дом, чтоб в анфиладах, как в веках, скорее спрятаться. Цыганки здесь не вижу за окном, лишь внутренний жест города ловлю, где птица черная и карты на снегу. В другом окне река, и вдалеке
мне что-то черное покажется. Картина с девой на стене, рот скомканную розою горит на полотне. В большое зеркало взгляну, отпрянув, закричу. Маниста зазвенев, в меня уставилась цыганка, хохоча. Так это я? И в черные снега реки с той розою бегу, за мной карты рассыпаются. Спасибо. Я попросил бы прийти сюда Юлию Медведеву, а Дмитрию Ивашенцеву приготовиться к следующему. Она поэт, она еще замечательный журналист и держит руку на пульсе многих литературных событий. Например, она замечательную, просто прекрасную статью в свое время написала о нашей выставке «Писатели и художники». По-моему, по нескольким изданиям у нас разлетелось. Галерея «Зарекорд» между прочим. Да. Очень порадовало. Вот, и как бы спасибо. И там... Бескорыстно причем. Гонораров за это не платят, за освещение литературных мероприятий. Вот, но это удивительно, потому что на самом деле надо платить, потому что дело, ну, довольно емкое, потому что я иной раз, когда сажусь о чем-нибудь писать, у меня как бы... раздражение начинает. Лучше сделать два мероприятия, чем один раз написать. Спасибо. Ну, поскольку мы в библиотеке, давайте прочитаю стихотворение про библиотеку. Плохо слышно, да? Громче, погромче было. Подскажите человеку, как пройти в библиотеку. Не читал он трое суток и порядка в ОКО. Эх, тебя, родимый Крутик, на, возьми волшебный прутик. Им замахни четыре раза, и откроется тебе потаенная кривая, путь дорожка без трамвая. Ты катись по ней в припрыжку, руки-ноги береги. Где луна, фонарь, аптека, там твоя библиотека. В ней изысканы жирафы и другие берега. Только помни, скоро осень, и ее закроют восемь. Не успеешь, станешь книгой, ненадолго, на века. Ну и поскольку мы рядом с Финским заливом, несколько стихотворений на тему. Мужчина, у вас педаль застряла из турникета Балтийского вокзала. Он пытается вырваться, хоть и потеря велосипеда, на электричку, которая везет его к свету небесному, распаленному через хвою, к морю блаженному, чаячьему вою. Хоть один выходной, хоть одно в пропадающей жизни оконца. Бледный, словно моллюск, мужчина бьется в створках ракушечных сломанного турникета. Тщетно, в Питере никогда не бывает лета. Это мое мелкотемье, берег, залив. Вот я опять мягкотело бреду в заплыв. Довольно нелепые руками, касаясь дна. Песочная скрепка давит не глубина. Будет вода мутновата, тепла, пресна. Будто бы ванна, хоть и кругом леса. Друзья усмехнутся, солнцу подставив бок. Пойти искупнуться слишком неглубоко. А я, обругавший чаек, взметнувший рыб, словно упав случайно, плещусь на взрыв. Вниз устремляются тени, и кажется мне, только в одном спасении, вне глубине. Хочу с тобой на залив, жить на заливе, не там, где росчерки олив, а где дождливый, где навалились валуны на пляж белесый, где слезы долгие сосны, надрыв березы, где ветер брызгает песком, а окурок пеплом, где ты замерзнешь босиком, и я под пледом, жить всех на свете позабыв, как в глупой песне, пока в нас плещется залив. Мы не исчезнем. Спасибо. Прошу не уходить. Я пару слов про Лену тогда сказал. Лену мы попросим выйти, высунуть, потому что я не так сильно знаком с ее творчеством. Лена прекрасна. У нее есть замечательная книжка с таким многоговорящим названием «Свой туман». У нее есть бесконечная поэма, которую я обожаю, «Про дикуны». Мне кажется, что она родилась вместе с Леной. Была такая проблема, что никак ее невозможно скомпоновать. Но, мне кажется, и не надо. То есть это такая поэма, которую можно писать всю жизнь. Там и слово говорящее, всю жизнь можно прямо вот впихнуть вот в это местечко. И мне кажется, что вообще побережье Финского залива, что южное, что северное, оно очень так вдохновляет на интересные темы, которых, ну, наверное, не подарит больше ни один пейзаж. Ну и вообще у Лены... А какое стихотворение про Лену? Я у Лены обожаю. В общем, короче,
Это будет интересно. Я хочу еще два слова об этой замечательной девочке сказать. Завтра в 15 часов возле будки Ахматовой в Комарово. Вы сможете ее услышать как прозаика, ее творческий вечер на пару с еще одним прозаиком. Там не как прозаика, просто расскажу. Я занималась историей писательских дач Комарова, на которых Анна Ахматова жила с 55 по 65 год. Ну и кроме того, что там жила Анна Ахматова, вроде больше, в принципе, никто не знает. А там больше 100 писателей жили, в том числе и соседи очень интересны. И, в общем, если вам это интересно, можно приехать в 3 часа дня. Там под зеленым шатром каждое воскресенье, иногда даже по субботам, у нас чтение, и выступают и поэты, и прозаики, и драматурги. Так что приглашаю Южный берег на север к нам в гости. Приезжайте к нам на прямой мух. Да, только потом возвращайтесь в 6 часов в каскад. Лена, что? Добрый вечер, дорогие друзья. Вот Юля сказала, что у меня есть цикл «Дюбаны», но я сейчас его читать не буду. Он в новом варианте войдет в мою новую книгу, которая появится в печати осенью. Она называется «Кружным путем». Я подобрала стихи, может быть, не безо всякой темы, просто то, что мне захотелось, вот то, что я давно не читала, может быть. «Депо автора». Это из моей первой книги. «У берез старинных черный и тонкий пруд, на ветвях висячих тайны былых миров, побросав дела пустой канцелярский труд, я пролезла в ночь под забором в депо метро, приласкала злых голодных охранных псов, холодок, мурашки, нервы, адреналин, сторожа придут, повяжут, заткнут засов, не придут, не скажут, лунный качался блин, из тоннеля черного близился мощный свет, освещая ряд прекраснейших тех берез, сохранившихся, как неясно, в промзоне здесь, дребезжал, сверкая, ближний и дальний рельс. Эпизод печальный мог бы сей вид повлечь, под березами близ тоннеля на рельсы лечь, приближаясь к тому пределу, где все равно. Здесь мы как-то видали зайца давным-давно. У меня был друг, похожий на белый гриб, мы ловили в депошной речке смешнющих рыб. На другой земле, за давностью, не виню, столько лет уж чешет пятками авеню. От любви и родины тени плывут, скользя. Нету счастья слаще, чем лазить, куда нельзя. Вот стихотворение о влиянии музыки на окружающий мир. Я пела песни на пруду, пленяя звуками округу, бросала селезню еду, и мы понравились друг другу. Поклонник песенкам внимал, то засыпал, качаясь плавно, ведь точно ноты понимал, а интонации подавно. Он уткам головы кружил, надолго пропадая с ними, теперь же перья распушил перед мотивами моими. Я бормотала, одичав среди воды кустов и ряски, пока сорока, закричав, не перебила наши сказки. Из ничего рождаются стихи, как я люблю их волшебство, внезапные штрихи, из облаков несутся голоса. Сумей создать из пустяков леса, поля, глаза. Вот тихо-тихо снег пошел, и это целый стих. Ты что-то в небесах нашел, на полчаса притих. Без неба ты, простолюдин, совсем не ясно кто, но ты попробуешь из льдин соорудить плато. Там будет круглый ледничок, не здешний в общем вид. Туда придешь ты, простачок, и солнце ослепит. За одну большую неприятность вышло много маленьких везений. Счастья нету, только вероятность, что тебя спасает скромный гений. Вынесет чутье в такие сферы, где с тобой поступят справедливо, под руки возьмут, снесут барьеры и нальют какого-нибудь пива. Я уже хочу в такие дали, где одни лишь ангелы тверезы. Воспарю я, только и видали сапоги мои в ветвях березы. Буду брать лежащее непрочно, окрылять ползущее без крыла, возвышать живущее порочно. Что найдешь на свете, то и мило. Все перейдя душевные пределы, становишься свободен и смешон. Довольны волки, да и овцы целы. Сидишь один, не лезешь на рожон.
покойниками запросто болтаешь, и будто слышишь их язык живой, в пучине интернета заплутаешь, как бы уйдя под воду с головой, становишься неярким и неброским, невидимым друзьями и детьми стихов твоих, недавние наброски, неясный сон, мираж, туман в Перми. Вот так людей врачуют песнопенья, а время придает такую прыть взамен гулянья в свой же день рождения. Ты хочешь с Боротынским говорить? Сейчас мы вам сыграем. Я да, где? Да. Звучит угрожающе. Если он вернется. Нет, просто... Как Деда Мороза. М? Как Деда Мороза. Дедушка Мороз. Да. Геннадий, я вам скажу, солист оркестра Мариинского театра Геннадий Никонов. Он сейчас придет, я надеюсь. Идет. Отлично. Thank you.
Ну, это была бы Мария, да? Почини, как бы. Это я не знаю, где это будет. А, я помню. Да. Композитор Георгий Свиридов, романс. Откуда романс? А тем более Пушкин. Пушкин, Метель. Да, из иллюстрации, музыкальной иллюстрации к повести Александра Сергеевича Пушкина «Метель». Отлично. Если получится. Шумел сурово брянский лес. Это такой гимн Брянска. Вот. И коммунистические там были власти в Брянске, и они решили назвать сквер в центре Брянска именем автора песни. Вот. Ну, сквер там красиво.
Но автор песни оказался Сигизмунд Кац. И поэтому назвать сквер в честь Сигизмунда Каца в центре Брянска, ну, никак не получилось. Короче говоря, гляжу в озеро осеннее. Слова Иванова. Еще Алексей. Let's go.
все закончено? Закончено. Нет, есть еще люди, все есть у нас, да. Рвутся. Дмитрий Дмитриевич. А его соседка Нина Савушкина, пожалуйста, пускай подберет. И здесь вот работа Дмитрия, на самом деле его почерк в изобразительном искусстве всегда как бы сразу угадывают. Я хотел сказать, что правда, сложно после этого выступать, но я попробую. Я должен сказать, что Дмитрий Дмитриевич наш давний друг. Вот. Но я про вашего папу не буду даже рассказывать. Это отдельная история. А Дмитрий Дмитриевич великолепный художник, который оформляет нам пригласительные билеты вот завтрашнего концерта, скажем. Вот. И он вообще много чего оформляет. Что? Логотип фестиваля, да. Но он, правда, взял, у меня был логотип свой. Он на его, как бы, по мотивам моего логотипа сделал замечательный совершенно на всех буклетах то, что сделал Дмитрий Дмитриевич. А теперь рассказывай. Да, значит, история такая, книжечка у меня вышла, поэтическая. Да. Да, поскольку до сих пор я выступал на фестивале исключительно в качестве художника, немножко дизайнера, еще чуть-чуть актера. Вот. Но кроме картинок у меня есть стихи, а парадокс, однако, в том, что стихи в эту книжку тоже не вошли. Как? А что у тебя в книге? А книжки такого рода упражнения, которые я сам себе придумал в качестве медитативной практики. Рано утром просыпаясь, еще не проснувшись окончательно, нужно написать короткий стихотворный экспромт. Там слышно его? Ну так слышно, да? Да, а вот. И, ну, около сотни таких экспромтов избранных вошли в эту книжку. Но я сотни не будущего про 4 строки. Или даже больше. А когда как? Как получится. Да, как получится. Вот. Ну, книжки еще есть, я потом. Все могут посмотреть. Почем? Они продаются? А, могу и продать, да. Попробуем подарить. Продаю. Да, да, да. Ну дорого. Ну, несколько я 4-5 прочитаю, короче, благо не больше. Истина рождается в спорах, сказал старый грусть, пуская споры по ветру. Зачем нам грусть, если мы иероглифы света? В колодце щука дышит мраком. В ведро нальется пустота. Кататься любишь, свистнув раком, люби его с именем там. Прокукует кто-то. Рубежи лежат ничьи, по моренам и болотам извиваются ручьи. Разбирайте, братцы, сами эту вашу ерунду. Бореальными лесами под зову я уйду. Приличные не будем считать? Ну, совсем неприличные нет, здесь девочки маленькие. А, хорошо. Нет, они не совсем. Только громче, если не прилично, то громко. Хорошо. Фигерист. Слетевший с древа, гонит ветер по садам. Мать твою, сказала Ева, призадумался. А про вещи в себе. Мир не затих, не кончилось искусство. Пока я спал или дремал слегка, приснилось мне, неданное мне в чувствах, даздинканзих. В февральских облаках. И я не плакал, гелевую ручку достав, но набежала тучка, ная мое, и я заснул опять. Ты рассказываешь, что будто инк прочитал, а там не слышали. Я стараюсь. Так. Паришься в сауне в финской бане. И потеешь, чай не андроид, йоску с банани, он баин банани, как говаривал доктор Фройд. Ну, я думаю, по-фински все поняли. Ну да, по-фински. Если рис переварить в большой кастрюле воды, то можно мысленно по нему ходить и смотреть, как исчезают следы. Ладно, я одно еще прочту. И... Это в книге все есть у тебя? Все есть. Да. Да, там даже больше. Там еще картинки есть. Когда размешает цвета ураган, дома разметает и груши,
Спаси наши души, отец наш Сезанн, еще не просохшие души. Все пишешь и пишешь, и видишь не то, стоишь и разводишь руками. Мы станем сиеной и охрой потом, кувшином, сосной, облаками. После Нины Савушкиной Александр Крупинин, Саш, готовьтесь, пожалуйста. Нина Савушкина замечательная ленинградская петербургская поэтесса, и особенно приятно, что книги Лейкина «Всегда по четвергам» написаны Нина Савушкина 10 лет. Вячеслав Лейкин, ее многолетний учитель, друг и руководитель. Мы 8-6 лет недавно справили. В саду отвяжитесь от нас, мы желаем смотреть на люпины и на дождь, что как скотч залепил нам снаружи стекло. Мы друг друга нашли, одиноки, никем не любимы, ни о ком не заплачем, пожалуй, нас это спасло. Нас винят безразличие, однако попробуй устрой-ка уголок, что созвучен душе и приятен для глаз. На окраине сада смердит и вздыхает помойка, как собака бродячая ждет, кто скомандует пас. Мы закрыли глаза, чтобы в дом не летел этот сон нам. Мы замкнули уста, чтобы хранить незапятнанную речь. Мы не смотрим кино суетливым коварным колесом. Это вовсе не то, что сегодня способно развлечь. Погасите экран, я глаза подниму к полнолунию. Не мешайте дышать, кто вас властью такой облёк. Не транслируйте цирк, ни шута, ни кукушку вещунью, чье продажное горло звенит, словно ваш кошелек. Заполошные песни кровавые кончаются рвотой. Зря обиду свою расчесали вы, словно решай. Прищеватый бастард безмятежный сперва за работой, затем уже черн привилегии этой лишай. Зиму переживем и останемся здесь по весне жить. Это наша берлога, мы в ней окопались вдвоем, а почудится вдруг, что снаружи беснуется нежить, сплюнув через плечо, перекрестим оконный проем. «Вина» посвящается девушке, которая решила бросить писать, потому что ее не устраивает ситуация в мире. Сказала, я молчу с некоторых. «Не молчи, моя девочка, впрочем, ты не моя, я б своей прививку сделала от вранья. Но а ты от сказки злой не убереглась, словно датский мальчик с льдинкой, попавший в глаз. Ты не там родилась, сказали, меня и страну, там комфортно сможешь лелеять свою вину. Теребя это чувство, как подростковый прыщ, и тебя полюбят истово 40 тысяч светлоликих братьев, пары лихих сестер. Хоровод безумный выманят на простор. Сестры тяжести нежной, скажет поэт, навряд, сестры наглости пошлость нынче в миру царя. Скачут ведьмы, пятки засаленные стучат, все кричат, что в полночь будет мутант зачат, разноцветный, с металлической головой. Плоть тебе сучат, соврав, он живой, он твой. А когда как клещ вопьется в тебя инкуб, не пытайся вырвать грудь из синюшного губ. Станет твой питомец активен, горлаз задаст, он тобой наевшись тут же тебя продаст за кусок карамели, за кулек карамели и кусок пирога. Мы тебя поимели, дальше кормим врага. Будет он звенеть отмычкой в твоих дверях, а потом, озверев на бунт, поведет меня. Он разрушит мир твой плюшевый, кружевной, чтобы ты сполна наслаждалась своей виной. Ну и последняя фрустрация. Почему так с утра отвратительно птицы распелись? Почему? Осеняя неприбранный с ночи ольков, прошлогодняя астра, похожа на желтую челюсть, постепенно лишаясь подгнивших зубов лепестков.
Здесь воспоминания седыми комочками пыли закатились под плинтус, чуть слышно шурша по углам. Я забыла про всех, или все про меня позабыли. Так житейский багаж превращается из-под боль в хлам. Вы сказали бы мне, ты зависла, как вещь в секонд-хенде, ты запуталась в мыслях извилистых, как кружева. Нынче модно трындеть, и тогда ты окажешься в тренде, и покажется людям, что ты в самом деле жива. И добавите вы, дескать, выйди из зоны комфорта, свежий воздух глотни в январе, пробились на заре. Я ожидаю минуты, пока предо мной распластерта циферблата тарелка, где стрелки застыли в пюре непонятного времени, где я очнулась внезапно, задыхаясь, как рыба, попавшаяся на крючок. А под окнами бродят лича, угрожающе цапнув, взбеленившийся мир, словно сказочный серый волчок. Я отвечу тебе, коллективный товарищ Гораций, в мире много всего, но я свой вариант подберу из заветного списка моих многогранных фрустраций и легко оседлаю хромую кобылу фру-фру. Александр Крупинин сейчас будет выступать. После него уважаемый Павел Алексеев и потом Борис Чечевицкий, чтобы он настраивался. Ко мне пришли первые строчки этого стихотворения. Так что это стихотворение, оно у меня непосредственно связано с Петергофом и с этим фестивалем. Называется стихотворение «Порт Морсби». Это столица государства Папуа-Новой Гвинеи. Этот пароход отправляется в порт Морсби. Счастливого пути, госпожа Сангинетти. Я послал телеграмму по вашей просьбе. Если она дойдет, вас обязательно встретит. Вы спуститесь из каюты первого класса, соломенной шляпки с нежно-розовой лентой. Вас узнают по ней 22 папуаса. Подхватит багаж и потащит в сторону сетельмента. Вы будете слушать прибой, он нежен и тих, как Шуберт. Вы будете вечно одна в своем дорогом отеле. Порт Морсби тепло, там никто никого не любит, только смотрят на море и пьют голубые коктейли. Там теплые ветры будут трепать ваши щеки, ласкать лодыжки, целовать затылок. И вам вспоминать не захочется Херефордшир далекий, полный пустынных болот и пустых бутылок. А я, госпожа Сангинетти, конечно, буду писать вам сперва каждый день, но с годами все реже и реже, на Рождество, на Пасху, на годовщину свадьбы, чтобы вы, мадам, не считали меня невежей. Стоят у воды разноцветные казуары, глаза, как миндаль, ноги длинны и тонки. Торговцы нахваливают товары, разбрасывая многочисленные трифтоны. Голубые коктейли пьет госпожа Сангинетти. Город Порт Морсби застыл и страдает от зноя. Мимо отеля толпой пробегают столетия. Солнечные дымки дают надежду и все остальное. Следующее стихотворение тоже посвящено, можно сказать, тоже связано оно с предместьями Петербурга, это стихотворение, хотя не совсем с заливом, называется «Кондаковское болото». Не пляшем всю ночь, не едим абрикосов, не пьем пчелиный настой. Автобус до станции Белая ходит полупустой. Из того, что нам обещали старцы, почти ничего не сбылось. Только зверь о семи головах проходит Кондаковшинское болото насквозь. Зверь о 12 лапах, семи головах, вертящий хвостом. За ним леса навсекая, молчащий монах Хризостом. На рогах у зверя начертаны богохульные словеса.
так идут по болоту за зверем молчащий монах и лиса. Скачет по кочкам, то взявшись за руки, то друг за дружкой, то врозь. Зверь, преисполненный гордости, проходит кондаковшинское болото насквозь. Он не видит лису и монаха, на хвосте у зверя огонь. Под ногами мелкие бесы, мыши и прочие хто. На станции Кондаковшина добывают горькую соль. Ее покупают царица Тамара, хан и польский король. Прочищают желудок, пьют раствор натощак. Выпьют и говорят с министрами о всяких важных вещах. Соль откалывают стамеской, отправляют в Краков, Тифлис и Сарай. Рабочие падают мертвые и улетают в рай. Им на смену приходят новые, получают стамеску и в бой. За 70 тысяч в месяц готов рисковать любой. 24 женщины превратились в соляные столбы. Рано утром они вышли из города Пушкина собирать земляные грибы, но услышали ласковый голос зверя и обернулись назад. Хотя им велели смотреть вперед на блистающий город сад. Теперь в двух шагах от Пушкина стоят соляные столбы. Туда все время подвозят стамески, сухие пайки и гробы. Кондаковшинское болото утопает в дыму. Петербургским романтикам ездить туда ни к чему. Там от застывших женщин отбивают кусок за куском, чаще всего стамеской, иногда тесаком. У одной сломан палец, у другой нет колена, третья стоит без груди. Слышится стук стамеса, электричка весь день гудит. Толпами едут рабочие, надеются на авось. Зверь о семи головах проходит Кондаковшинское болото насквозь. Чтобы не оставалось такое тяжелое впечатление, кулинарное. Я безупречен, я всегда на кухне. Не подгорит клубничное варенье, печенка не протухнет, не потухнет святой огонь моей плиты горенье. Я кулинарию учил не по Похлебкину, она сама пришла бесцеремонно, и я ходил за ней шагами робкими, вдыхая сладкий запах кардамона. Варил я плов из молодой баранины и сыпал щедро барбарис и зиру. Казалось мне, я составлял послание земле и солнцу, городу и миру. По будним дням с утра я жарил драники, в страстной четверг творил куличи Пасху, и приходили нищие и странники хоть ненадолго возвратиться в сказку. Повсюду пахло медом и корицей. Казалось, плащ людской по всей вселенной стих, а повар Коркин вызывал милицию, страдая от своей неполноценности. Собакам злым я раздавал севрюжину, бараньи кости скармливал волчицам и плакал от восторга после ужина. Сквозь пыль веков слеза моя сочится. Минуты эти я любил особенно, на запах гости приходили сами, и таракан задумчивый, как Собинов, чего-то ждал и шевелил усами. У нас такая интересная поэтическая мозаика, интересные авторы, разнообразные, и у каждого своя манера читать, у каждого свои мысли, свой ритм. Вот, я благодарен вам, что вы все разные. Это, да. Вот, прочитаю парочку, троечку небольших. Снежинки, видимо, будут падать в грязь вечно. Надеюсь, что-то изменить. Загадка красоты. Слово, как сирота, стало никому не нужным. Иди-ка на страницу, вот сюда. Побудем вместе. Прижимайся. Нет счастья, да? А может оглянуться и спросить у нищего, пьяненького, танцующего у гостинки под музыку Невского проспекта.
и звон в ушах несостоявшихся сражений. Корона дум не по размеру, трещит, будто хохочет ломаемая доска с вызовом громко в ответ. И на скульптуре Бога шрам меча невежи. И кровью не напиться все войне. Из пустоты в пустоту уходят люди, жизнь. За шепотом ветра гоняюсь с утра, пытаюсь расслышать. Машина без колес. Машина? Есть поэзия, есть жизнь. Несмотря на все лекарства, заболели любовью. Пора и тебе написать стихотворение. Что ждешь? Общенародное голосование не влияет на поверхность воды. Расстаюсь каждый день с предыдущим. Спасибо. И последнее. Иногда вот я на Сергея Александровича смотрю, и мне кажется, что вот это стихотворение о нем. Играю на рояле. Просто так. В чем смысл? Нету смысла. Играю просто так. Российских и международных. Скажи про пару. Я лауреат как юмористический автор, с этим проще, конкурентов немного, да. Так что я ездил в Калининград, ну там только дипломат. Поскольку с юмором сложно побеждать серьезных поэтов. Ну, ребята были замечательные, у меня самые приятные воспоминания о поездке. Игра замечательная. Вот, а я пошучу немножко. Да, это ну, день рождения Пушкина недавно было, тут сегодня еще был мебельщик, а поскольку я все сделаю стихи и мебель, соединил, да, Пушкина с мебелью, и получилось ДСП, смола да стружка, был и щит без вензелей, выпьем с горя, где же кружка, сердце будет веселей. Еще одно такое известное произведение Пушкина в моем переводе. Краткое содержание повести Пушкина «Пиковая дама». По твердому насту и тающей склизи, питающей чувства к шуршащим банкнотам, бессовестный Герман подкатывал к Лизе. Чайковский его расписал, как по нотам. Графиня при виде трясущейся пушки решила, что, дескать, пора помирать ей. Уходит графиня. Уходят старушки, и Герман уходит, приходит Кондратий. Так, теперь мы, значит, перейдем к кинематографу, раз какие-то, да, произведения искусства. Вот. К кинематографу перейду, такое стихотворение. Шла она, словно сваи вбивала, нос по ветру, лицо кирпичом, шла она, как ни в чем, не бывало, шла она, как бывало, ни в чем. Не купилась на басму, лихнули, и он их черт не уродовал ум, модельеры на ней отдохнули, не буквально, а через костюм, на свету преломляясь, как призма, оттопыривши пальчики врозь шла, а губы кривились капризно, и глазища сверлили насквозь, солнце в прятки играло на теле, а он блеском горел уста, но очки у меня запотели, не скажу про другие места, подойти постеснялся на людях, предпочел бы встречу в полях, подарил бы фиалку и лютик, поделил бы ночлег на паях, кувыркались в глазах бесенята, просочилась слеза из угла, кто-то выкрикнул: снято, все снято, так я вижу, что все догола, повстречался я с этим люмьером, миль, пардон, говорю, гутен так. Вы бы взяли меня костюмером. Я согласен работать за так.
чтобы было много музыки, в творении не будет рояля, там скрипки будут отдаленно там звучать. Творение называется «Злоключение Буратино». И оно напоминает известный петербургский художник и скульптор Михаил Ядомский, большой любитель котов и кошек во всех своих произведениях. Сплю на полу, в каморке, за сенями, с какой ноги не встану, все не стол. Я дворянин с миланскими корнями, я Буратино Карлович Толстой. Я мог сгодиться скрипки, и кефари на мне бренчал бы всякий ловелас, в меня почти влюбился Страдивари. А мать и гварнери клали глаз, но как-то косо пялили гляделки. Нащупал сук, объевшись беленой обкуренной нетрезвой самоделкин, и грязно надругался надо мной. Провел рукой по талии, по попеле, но осмелел и взялся за сучок и говорит: какой прекрасный шнобель. А я в ответ: не шнобель, а смычок. Он подошел ушам своим, не веря, и саданул под корень топором. Глухая, криворукая тетеря, такого даже молния и гром не остановит в гнусном начинании. Пенек остался в зарослях травы, мои мольбы и тихие стенания он перепутал с шорохом листвы. А грома нет, тоскливо плачет тучка, всплакнули заяц, белка, ежик, крот. И вот отец мой плотник-недоучка, а я носатый маленький урод. Он целый день крошил меня на доски, долбил меня щербатым долотом. А если бы нашел меня Ядомский, то я бы стал мечтательным котом. Я рос и плодоносил на пленэре, земля мне мать, я мял ее сосцы. А мать Страдивари и Гварнери мои потенциальные отцы. А что Ядомский? Вышел на утес он, стоит как дуб, рисует старый клен, а мне кричат, что я недоотесан, недообструган и недодолблен, что весь в отца, что страшен и тупица, что дуралон, дурында, дурандот. Я ушел в надежде утопиться. Все помнят старый детский анекдот. Я не дану, но тут мне подфартило, на отмель освещенную луной приковыляла грузная тортила и подарила ключик разводной. Назвал мой поступок суицидом под злое улюлюканье на яд. И мне не важно, как мои отцы там ваяют или скрипки мастерят. Спасибо. Буду третьим, потому что Бориса Григорьевна нету, Борис Чечевицкий только что выступил. Вот. И то, что я никак не знал, что я буду сегодня участвовать в проведении этого мероприятия таким образом, поэтому обычную подборку подготовил небольшую. Бессильна современная наука решить вопрос, какого мы, как лебедь, рак и щука, терзаем Бог. На части рвутся новостные ленты, ища ответ. Какие бы ни брали инструменты, квартета нет. И по заветам дедушки Крылова построен мир, где можно обрести свободу слова, теряя цирк. А помните, вчера слыхали вы, как звуки вырываются из клеток, мелодия трепещущей листвы сливается с потрескиванием веток, и ветерок, неопытный стажер, призвал на помощь дальние раскаты, и скоро, как заправский дирижер, повел дождя печальную сонату. Вот так же, в абсолютной тишине, оглохшему от каторжной работы, мелодия, приснившаяся мне услужливо, подсовывает ноты. Все музыка, и всемогущий свет, и нежные танцующие тени. И даже если в мире Бога нет, то музыка вполне его заменит. Для банальных свечей и такая бывает работа. У симфонии гайд на скрипичной гладить ключи, умирает в подсвечнике вместе с прощальной нотой огонек у последней на этом концерте свечи. Мне жену небеса подарили совсем не случайно, день за днем вместе с ней мы в мажоре вели звукоряд. А сегодня хотелось напиться мерцанием гайдна, только нет оркестра и нету свечей, говорят. Время хлещет наотмашь, как будто свирепые плети, в черно-белой палитре без траура наперечет. Но недолго пустым оставаться подсвечником этим. Верю, снова оркестр перед нотами свечек зажжет.
Теперь как бы два стихотворения литературе большой посвящены. В пруду утята плавают, заря струится алая, вот здесь над волком славную победу одержала я, а ветер треплет вымпелы, шумят вокруг загонщики, наверное, я бы выпила, да пирожки закончились. Мы столько лет не виделись с бабулей любимую, кудряшки и не выбили, но все моталось мимо я. И бормоча с девочкой, приперлась блин покаяться. Я дергаю веревочку, а дверь не открывается. И эпиграф из Вадима Шефнера. Холодильник, рыдая, за гробом твоим не пойдет. Вадим Шефнер. А сегодня явился мне сон, удивительной вещи, что уже распрощался навечно с дорогой земной, и остались свой век коротать сиротливые вещи, никому не дано их забрать после смерти с собой. Через ухо иголки прошел в направлении рая, это только с верблюдом к игле направляться нельзя. Зря за гробом моим холодильник поплелся, рыдая, я его никогда не стремился зачислить друзья. А стишата мои на прорехе лепили заплаты, и улыбки, порхая, взлетали безбрежную высь, и ключи доставая, апостол сказал, бородатый, на земле в этих строчках твоя продолжается жизнь. И не буду я все читать, я вам отдам потом эту подборку, вы сами посмотрите. Но одно стихотворение я не могу не прочесть. Тут такая история любопытная произошла. Сейчас 20-й клип вышел, как бы, в средствах массовой информации. Такой «Поэза фронт» называется. «Поэза фронт» — это посвященное сегодняшним событиям стихотворения. Были собраны и творческая группа. Короче, то стихотворение мое, которое читает народный артист России Валерий Баринов, прочту я, автор. Снова где-то вдовы гласят, горе засучило рукава. Мне уже давно за 60, дни растут, как сорная трава. Господи, ты знаешь, я не сноб, мне дорогу смертную постель может указать банальный тромб или пуля, спутавшая цель. Первый раз прошу твоих щедрот, сокруши бездушие брони, не умножь количество сирот и кому-то сына сохрани. Ну и что, что он мне не родня? Через 5 минут начнется бой. Пощади его, возьми меня. Я согласен. Слово за тобой. Спасибо. Вот во всех наших поэтов покушал, есть у меня такое стихотворение у мамы Хасен. Каким должно быть последнее слово поэта? И здесь вот, если вы не против, я бы попросил Борю, как бы, еще Чечельницкого пару стихотворений прочитать, потому что мне кажется, что надо вот стихи как-то и вообще вот в жизни заканчивать. Мы еще потом поиграем. Давайте тогда не стихи, а кратыши, да, потому что с ними как-то веселее, да? Бочковитый заволок из Далласа сочинил пятитомник «Езда лося». Правда, суть той езды большинству до звезды, творение пока не издалося. Я обижен на фортуну и меняю на судьбу. Приглашали на трибуну, а послали на трибу. Так, в хирургическом центре Испании ловко сделали пана Испании, отпустили юнца, что грустил без конца, и теперь он в приличной компании. Это тоже залив недалеко. Однажды на станции Репина девицам не дали по репе, насильственно крали невинность, украли книжку Захара Прилепина. Жена устроила проверку и задала вопрос проверку. Я, отвечая, дал промашку и рассказал жене промашку. Еще один лимерик, я, наверное, закончу. Целители, гуляя по Корсике, пригубил неопознанный морсик и наваял у отеля Че Гевару, Фидели и фигуристых горничных торсики. Чудо, конечно. Чудеса происходят вот здесь.
и мы свидетелями. Сейчас, завершая поэтический вечер, ну, музыкально-поэтический вечер, мы с моей подругой, она мой зам по научной работе на кафедре, Елена Аркадьевна Полейкина, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Что мы будем играть, неизвестно. Известно. Thank you.
традиционно, мы завершая наше выступление с Еленой Аркадьевной, что мы будем играть? Шмидт, принцесса танцует вальс. Я думаю, все принцессы танцуют вальс. Хочу без записочек. Мы немножко закрывали, но ничего, нормально. Замечательно. Сергей Александрович, можно вас попросить подойти к даме с цветочками? Вы самому повезете, вы самому повезете.